супер, супер, супер. Классно, классно. Вот японская это интересно, но она какая-то надчеловеческая. Ну, как-то ее какие-то человеческие чувства, они, ну, она может интересна, но мне нужно вникнуть. Ну, она как-то, как будто где-то в горах, там, в стратосфере они происходят. А? Вот разное настроение совершенно. Да, да, да. А это... Ну, это, кстати, происходит еще выше. Что-то понятнее. Может быть. Ребята, а можете рассказать немножко про инструменты? Без проблем. Ну, что конкретно? Инструмент металлический был изобретен, я не помню в каком году, честно, в 2002 или 2000, в каком-то таком. В общем, это самый молодой инструмент на планете. Угу. Он вобрал в себя звучание очень многих инструментов и сделали его... Такие ребята из Швеции, Феликс и Сабини. Это семья физиков, которые увлекались свойствами металла и свойствами звука в закрытых пространствах. Mm-hmm. Запертых. Такой есть эффект, называется геймгольца. Да-да-да. Как-как? Геймгольца. Геймгольца. А в чем он заключается? Ну, интересно. Вот как бы, как ведет себя звук в закрытом... Тут получается, смотри, какая штука. Тут ничего, тут нет ни одного отверстия, в принципе. Ну да-да. Отверстие есть только внизу. Ага. При настройке определенным образом это должно звучать, и ну, как бы звук должен быть чистым и должен быть ну, нотой, как бы все. Откровенно говоря, я не физик, и я не могу подробнее рассказать об этом эффекте. Я думаю, ты там почитаешь там. Ну, какой-то вообще ни на что не похож. А внутри какое строение у него там? Какие-то лопасти, лепестки? Нет, ничего нет. То есть это просто ну, две половинки, да? Это, да, это две половинки относят к классу эти инструменты самозвучащие. А вот диафон. Мне интересно, что как бы по идее, по размеру его, как бы звук должен быть ниже от впечатления. Как бы откуда он такой высокий получается? Ну, вот металл высокий звук, не знаю. Ну вот представь, просто вот у покажу. Него есть, ступни, у него есть ступни. Звук ниже, покажи. Покажи. С той стороны. А с той стороны звук ниже есть? Ну вот это ж он, да, который. Ох, вот как бы такой и ожидается, да. Ну как бы, ну по. А, ну от высоты зависит нота, но. Ну вот как бы удивительно, откуда какой-то такой. А вот откуда берется разная высота звуков? От поверхности вот этих вот плоских. Такая, да, здесь такие есть плоские пляшечки такие, которые называются димплы. И они, вот в зависимости от ноты, они разного размера. А-а-а. Самая нижняя нота, она имеет, вот я показываю вам, вот такой размер. Угу. Самая верхняя нота имеет это вот такой размер. То есть, условно говоря, вмятинки, да. Да. Ну, это не вмятинки, тут есть такие плоскости скорее, потому что вмятинка это как бы для того, чтобы звук там как-то ну, образовывался. Да, там какой-то резонанс происходит Зверхрень. Или что-то, ну, потому что это как бы странно, что, ну... Эффект геймгольца. Если бы просто, да. Эффект геймгольца. Ну, блин, эффект геймгольца намного проще, я тоже не понимаю, как он сюда относится. Эффект геймгольца это, если взять на бутылку, ну, и какое-то... что такое, и когда вот сверху дует ветер, да, то ну, сама полость звучит. Ну, да, я понял. Ну, да, то есть, ну, вот каким-то образом звук там формируется, то есть он как-то просачивается и в бутылку, и он резонирует посредством этой бутылки. Да, а, сам был, я вспомнил, что такое эффект геймгольца, получается... Самозвучание. Получается, если ударить по, ну, либо подуть сверху, да, получается, что создается постоянная разность давлений, да, мы как бы заводим его, и как будто пружина из воздуха работает. Получается, мы создаем, ну когда дуем, если помните уравнение Бернули, да? Когда мы дуем, мы увеличиваем давление сверху, и получается воздух как бы вытягивается. Вот. А потом за счет этого он вот так вот начинает как бы резонировать, потому что это там больше давления. Ну, чем больше там. Скорость, тем меньше давление. Правильно уравнение Бернули в этом смысле вроде? В этом да. Тоже, да.